Дорогие мои друзья, у нас есть великолепная возможность познакомиться с продукцией великолепной, замечательной обувной фабрики. Я бы сказал, обувной фабрики будущего, но более подробно здесь мы узнаем от моего дорогого брата Ромы. Добрый вечер всем зрителям. Значит, я вот сегодня ходил по Гудаутскому рынку, искал обувь. Чтобы... Роман Родионович, ну, чуть погромче. Я искал сегодня обувь в Гудаутском рынке для водителей, ну, чтобы было удобно ездить, водить машину. И вот сегодня мне предложили в Гудаутском рынке обувь, шикарная обувь, чистая кожа. Вот, посмотрите, выделана, очень красивый, дизайнер очень красивый. Ну, я купил. Значит, туфли стоят около 5000 рублей. Вот расценка, даже да, вот, вот цена вот 5000 рублей стоит эта обувь. Мы видим. Я купил, пришел, значит, дома, обнаружив туфли, значит, 42 размер, я был в шоке. Я обратно приехал на рынок, я говорю, подошел к продавщице, объясняю, говорю, что это за туфли. Она говорит, вы же хотели, говорит, вы сказали, что вы водитель. Значит, вот левая сторона, говорит, это для сцепления, вот посмотрите обувь, это чтобы для сцепки, на сцепление. А она мне объяснила, что правая сторона, она гладкая, посмотрите, это чтобы нажимать газ и плавно нажимать тормоз. Я сам был в шоке, но пришлось мне купить, деньги отдал, мне ничего не вернули. Вот теперь уже я вот друзьям показываю, что он, значит, обувь с правой стороны газ и тормоз, а левая сторона, вот, получается, что для сцепления, чтобы нога не скользила. Я сам водитель УАЗика, она сказала, что именно для вас, УАЗистов, выпустили вот такие туфли. Но мне пришлось купить вот сейчас... Друзьям показываю, даже обмываем этот стол. Посмотрите. У нас торговля. Так что... Вообще-то... Обратите внимание, при покупке этих туфлей, значит, получилось, что у тебя... Ром. Цвет. Разные чувства. Я им хочу выразить респект за то, что они беспокоятся о водителях. Да, спасибо вам большое.